Я сейчас зайду в игру, и вы офигеете. Друзья, пожалуйста, скиньтесь прямо сейчас по лайку, по подписке на канал, потому что я сейчас буду показывать на всех своих аккаунтах такое, которое я еще не видел ни разу в игре. Я, серьезно, мне кажется, вот эта акция, она единственная вообще за все время, которая подобного ничего не было. И суть ее в том, что она скоро закончится. И я спешу вам ее показать, и, пожалуйста, за это влепите лайк. Всем приятного просмотра, друзья. Всем привет. Я проснулся сразу от новости. Конечно же, в телеге уже все есть, все показал. Там всегда выходит все вовремя. Но сразу бегу пилить видос, потому что пока это все не закончилось, сейчас вам буду показывать. Надеюсь, вы лайк прожали, подписались и готовы смотреть. Я сейчас зайду в магазин, там просто какая-то чудо-акция, которая мне просто снесла мозг. Готовы? Раз, два, три. Встречайте, друзья, посмотрите. Через 22 часа вдвойне легендарная акция закончится. За $35 мне продается Леон. И в кармашке, подумаешь, какое-то дополнение. Что? Еще Сэнди? Серьезно? Что это за акция? Вы посмотрите. Я не понимаю, почему она именно вот так вот выглядит. Главное, новый боец Леон. А Сэнди как будто, знаете, очки силы какие-то. Там справа, сбоку, с припеку как-то, как будто вообще не в теме. Хотя, что, Сэнди как-то не такая лего или что? Почему не две леги вот так вот, они оба стоят одинаково? Нет, Сэнди в каком-то кармашке, а Леон по центру. Но это же еще не все. Это еще не все. Вы же, наверное, увидели превьюшку бесплатно. Подарок, да? Смотри сюда, брат. Теперь заходим на вот этот аккаунт. Путь подарков, видишь? А теперь смотри сюда. Я прошу, поставь лайк, брат. Поставь лайк, подпишись. Пожалуйста. Кстати, видите, магазинчик не обновился. Но это глюк, это глюк. Сейчас вы увидите. Там все есть. Готовы? Раз. Я сам не знаю. Два. Три. Давай. Такая же акция. Не понял. Стоп, секундочку. Такого не может быть. Оп. А, шикарно. Мне почему-то забанили проект Hold Dictale. Мой проект с подарками. Просто забанили, на котором я даже не играл. Задолбали вы, разработчики, банить просто так аккаунты мои. Просто единственное, что радует, что мне пофиг на этот аккаунт, он просто новый. Но вы задолбали банить мои аккаунты. Задолбали уже, надоело это. Ладно, захожу на другой. Извините, просто чуть-чуть вспылил. Меня раздражает, меня просто банят постоянно. Задолбали, это неудобно. Это раздражает, постоянно разбанивать. Надо чеки писать, писать вам. Задолбали банить, задолбали. Я покажу вам то, что хочу показать. Сейчас, ждите, ребят, досмотрите. Так, смотрим здесь. Раз, два, три. Опа, чё? Откуда? Вы видели? Бесплатный мегабокс. Так, ну не это, не это, не это, друзья. Вот. Стоп, да что? Короче, на своих аккаунтах я это не нашел, но я видел, скрины скидывали подписчики, что у них вот такая вот акция есть. И вот такая вот акция есть. Где продается Спайк плюс Мэг и продается Ворон плюс Амбер. Я такой, что все леги в одной акции? Но как? Ну как бесплатно? Как бесплатно? Друзья, вы знаете. Многие уже знают, но для тех, кто новичок, для тех, кто впервые на моем канале, я вам сейчас покажу бот, секретный бот в моей телеге, который раздает бесплатно всегда редкие, супер редкие акции. Какая технология? Как забрать подарок? Смотри. Залетаешь в мой телеграм, ссылка в описании. Здесь есть пост такой вот, подарок написано, видишь? И посмотри, кнопочка забрать. Забрать, видишь, 3900 человек нажали кнопку забрать. Так вот лети, нажимай кнопку забрать прямо сейчас, потому что акция закончится уже завтра. Сегодня, в полночь, ночью сегодня, бот сам определит из тех, кто нажал забрать, кому-то из вас отдаст вот эту акцию бесплатно. Это подарок. Только в моей телеге. Ссылка на телегу в описании. Поэтому поторопись. Я таких акций еще не видел. Теперь возвращаемся в игру. А теперь давайте попробуем найти ту самую акцию, которую я вам показывал. Потому что мне интересно, почему у меня только Леон плюс Сэнди, а у некоторых воробушек там... Ну вот, $35. Блин, купить что ли? Я не знаю, может купить все-таки, да? Блин, $35. Мне очень жалко, реально. Мне очень жалко, я не хочу.
Блин. Так. Я могу купить ее. Блин, сейчас. Сейчас проверю еще на одном аккаунте, но я просто не понимаю, откуда взялись скрины с предыдущих акций. Я не... Везде одинаковая акция, я не понимаю. Ребят, еще раз говорю, вот эти акции я на скринах только видел, в игре я не видел. У кого такие акции? Напишите в комментариях. Может, еще есть какие-то, которые я просто на своих аккаунтах не вижу, я не понимаю. Давайте еще на один аккаунт зайду, посмотрю. Надо зайти на аккаунт, где Леон уже есть. Давайте, я думаю, вот так вот. Надо зайти на аккаунт, где... Понятно. О, как много кубков. Так, вот тут у меня уже Леон есть. Вот и Сэнди у меня есть. Все, здесь точно не будет этой акции. Итак, смотрим. Раз, два, три. Да, посмотрите, эта акция есть, прикиньте. То есть, если у вас есть Леон или Сэнди, то Спайк или Мэг... Офигеть! Офигеть, ребята, прикиньте просто. Вы знали, что такие... Совершенно бесплатно в моей телеге. Срочно лети, я в шоке просто. Блин, просто нажми кнопку забрать и подпишись на телегу. Все, больше не надо ничего. Никаких репостов, никаких комментов. Просто зайди, нажми кнопку забрать, брат. И все. И у тебя две леги, две леги. Сейчас еще зайду на аккаунт. Блин, а есть там, где есть Спайк у меня, Мэг? Или, допустим, есть Спайк, но нет Мэг. Что тогда будет? О, есть Спайк, но нет Мэг. Смотрим. А, тут Сэнди. Блин, как бы подобрать аккаунт, чтобы неудобно было, чтобы Спайк был, Леон был, но не было Сэнди, не было Мэг. Какая будет тогда акция? Сейчас зайду на такой аккаунт. Так, ну-ка проверим сейчас магазинчик на этом аккаунте. Так. Стоп, надо посмотреть. Так. А, блин, ну понятно, тут всех лег нет. Черт. Блин, я хочу все акции найти. Стоп, проверяем. Да блин, ну тут, короче, так неинтересно. Вот на этом аке 100% удобная акция, потому что здесь есть Леон стопудово, и здесь нет Спайка. Но тут, скорее всего, будет сейчас со Спайком акция. Спайк плюс Мэг. Но есть еще с воробушком акция. Есть еще с воробушком акция. Блин, зашибись. Я могу купить на видос, но я лучше на подарок их оставлю. Поучаствуйте в конкурсе, типа, больше, как бы, лучше. Мне просто сейчас реально вообще невыгодно покупать. И мне они не нужны. Ладно, там на аккаунт, а так просто... Я для видоса... Я знаю, куда я куплю эту акцию. Знаю, дождитесь такой видос. Сейчас еще на один аккаунт зайду. Вот, аккаунт называется Сэнди. Здесь, по идее, есть Сэнди. Да блин, у меня есть по-любому. Ёптель-моптель, посмотрите. Нет, это не то. У меня по-любому есть аки, где куча всяких легендарок. 100% они есть. Ну блин, ну только не на те, которые я сейчас захожу. Ну что за дела, что за дичь. Вот тут, по-моему. Так. Нет, и здесь нет. Так, давайте откроем сундук. Смотрим. Да. Ну я же помню, у меня твинки, где куча легендарок. Куда они все... О! Все, смотрите, Сэнди есть. А, толку? Не понял. Ну, Спайк плюс Мэг. Боже, мне надо, чтобы Сэнди и Спайк была. Боже, я хочу увидеть эту акцию. Так, проверка этого аккаунта. Вы знаете, у меня аккаунтов много, я найду, если ищу. Нет, тут нет, тут нет, тут нет. Боже, смотрите, сколько легендарок продается. Блин, но ключевое слово продается, а для вас бесплатно. В описании ссылка. Я не знаю, если ты еще не нажал кнопку забрать, то ты какой-то странный человек. 35 баксов, ё-моё. Аккаунт называется Deadpool, смотрим. Оба! Так, Сэнди есть. Ну почему что-то есть, а чего-то нет? Ну почему такого нет, что... Дайте мне, чтобы было все. Ё-моё, друзья, зашел на какой-то твинк проект свой. Вообще, 132 кубка. Вообще какой-то левый аккаунт. Ну вы посмотрите, что на этом аккаунте. Прикиньте. Прикиньте, здесь все леги. Кроме Мэг. Так вот. Интересно. Что будет в магазине, если нету Мэг? Готовы? Это последний аккаунт. Больше я все перелистал. Больше ничего интересного нет. Ну, в принципе, сейчас будет ответ на вопрос. Раз, два, три. Пау!
А ничего не будет, если хоть одна лего из вот этих перечисленных акций есть. Допустим, у тебя есть Амбер, то вот этой акции уже не будет. Если, ну видите, самая первая акция это вот эта. Получается, вот эта акция, самая первая. Если у вас есть Леон или Сэнди, то, скорее всего, у вас будет вот такая вот акция. Но если у вас есть Леон или, допустим, или Сэнди и Мэг, или Спайк. Допустим, у вас есть Спайк и Леон, да? У вас не будет ни вот этой акции, скорее всего, ни вот этой, а будет вот эта акция. Ну, а если у вас есть хоть один боец, короче, из любой из этих акций, то, скорее всего, у вас этих акций не будет. И это обидно, да? То есть, получается, вы не сможете получить отдельно Амбер, если у вас есть воробушек. То есть, только такой комплект. И он как-то странно, да, работает. То есть, блин, почему вот, вот у меня нет всех легендарок на аккаунте? Почему все эти акции у меня недоступны на аккаунте? Это ведь круто. Но, с другой стороны, зато все доступно у меня в Телеграме. Повторюсь, друзья, вам всего лишь надо быть подписанным на мой канал и, конечно же, на телегу. В описании забрать просто легу. Вы видите, у меня там акция с Мэг, со Спайком. То есть все леги, которые только возможно, которые продаются в магазине, вы любую сможете забрать. Сегодня уже в полночь, потому что акция заканчивается завтра. Это немножко обидно, потому что хотелось бы, чтобы конкурс подольше был, но как есть. В общем, залетайте, забирайте, а я подготовлю для вас следующий видосик, в котором эту акцию куплю, но только не просто так взял, вот так вот зашел и задонатил. Я придумаю кое-что интересней. Увидите в следующем видео. Спасибо вам за просмотр. Участвуйте. Всем удачи. Ну и напишите хотя бы спасибо за подарок. Мне будет приятно. Все, друзья. Всем удачи. И скоро увидимся. Блин, офигеть, две леги. Две леги по цене одной. С ума сойти. Пока. Пока. Хочешь легу? Да. В следующем видео.